Доброе утро, ребята, всем. Сегодня мы выдвигаемся на Петровку. У нас дебют. Первый день попробуем в контейнере с моей помощницей. Он сидит. Ну, что-то без настроения, не выспалась, сопли, ну, то такое. Короче, пожелайте нам удачи. Дай бог, все у нас получится. А мы поехали. Так, ребятки, ну мы на месте. Приехали, открылись. Помощница уже помогает, сидит полным ходом. Помаши хоть всем. Ну вот, будем раскладываться сейчас. Будем начинать потихоньку. Не спеша, потихонечку. Так что дальше будем снимать. Все интересно. Вы смотрите. Всем доброго утра и дня. Ну, эти паспорты. Ага. Вот такой. А вот то сюда. Посуда сюда, да? Сюда. Потом вот этот столик. Ага. Вынимать, положить. Ну, поставишь вот здесь. Я вот сюда. Сейчас ты мне цены скажешь? Да. Сейчас я поприклеиваю хоть эти, блин. Ну давай, потому что мне туда надо идти. Так, немножко подвыставились. Сейчас, ну, еще будем немного. Значит, такой прилавок у нас. Зоя, чай забери. Трубочки, как всегда. Нам нас как Микендра ритуал. Все продадим, все продадим. Мы не все, но полностью продадим. Продали тарелочку, блюдо. Так что уже неплохо. Так, надо то место чем-то заставить. Так, девушка, сядьте, пожалуйста. Я вообще буду все смотреть, началась зараза, тревога, капец, друзья летят. А я вот
знаешь, я уже 3 часа ночи, я поднимаюсь автоматом, настолько организм привык. Сюда. Прикольно, скажи, я его повешу на рюкзак. Угу. Что-то, ребята, прохладненько, так капец. Надо одевать какую-то шубу. Ходят, смотрят. Ну, еще продали чайник. Киев. Тоже неплохо. Так что работаем, ребята. Дима звонил. Что не звонил? Димон звонит. Да-да. Здравствуйте. Здорово, как ты там? Потихоньку звонит нам директор птицефабрики. Директор Бараковки. Да. Поздоровайся с людьми. Я это в режиме лежа. В режиме лежа сегодня. Неудивительно. Как дела у тебя? Еле, честно говоря, по самочувствию стоит. Да. Ну, то такое. Чайничек он только что Киев продали. Да? За сколько? 200. Ну, так потихоньку шевелится. 450. Ну, не густо, но ничего. Ну, что, первый день нормально. Сейчас будешь это... Обновишь товар. Ну, да. И будет повеселее. Бачишь у нас? Прилавочек. Ну, у меня скутников. Ясно. Ну так, народ гуляет. Да, вот сейчас начали так более-менее. Более-менее идти. Так ты там выставляй больше, чтобы... Так мы выставляем с Зойкой постоянно. По чуть-чуть ставим. Ну ладно, давай еще привет передам всем. Давай. Не расслабляйтесь, скоро буду. Бис. Добро, все, давай. Равняй с простынком, мы тебе заедем потом. Давай, всем Вот и Димон работает на кровати, гладит простынки, пододеяльники, наволочки, хозяин. Ладно, мы продолжаем працювать, а вы не переключайтесь. Камбурики, да? Чего? Камбурики, да? А? Что такое? Ты что? Вот кому хорошо чаёк она пьёт, горяченький. С папой не делится. Я холодный. Что это у нас вьетнамцы ничего не купили? Должны были купить. Массажная кровать. Ходят, спрашивают, интересуются, но пока что не покупают больше. Что? Ничего. Пап, сколько чая? Там нету чая. Можно чай мне? Там чай.
Пойди спроси, почем чай. Ходят, бродят. Что-то сегодня холодно. Хотя вкус. Десятки два часа. Что-то сегодня глуховастенько. Ну ничего, первый день. Людей поуменьшилось. Так немного ходят. А, вон, махательница. Немного ходят люди, но так, не особо. Ну ничего, мы не отчаиваемся. Мы, наверное, полчасика будем собираться. Людей уже почти нету. Немного подзамерзли. Ну, сегодня хоть что-то. Первый день немного продали. Зойка, он торговец, торгаш главный сегодня. Выгоняет батьку. Говорит, иди гуляй. Сама буду торговать. Так что растим вполне. Ничего, продашь еще. Еще все впереди. Так что, ребята, такие дела. Ладно, будем заканчивать. Отбыли мы с Зойкой первый день наш. Ну, вроде ничего, хоть и не сильно много продаж, но нормально. Хоть с людьми пообщались, постояли. Подышали воздухом, померзли немного, попили чайку горячего. Разобрались в ценах немножко. Не все сразу же, конечно. Ну так, день не грустный. Довольно-таки позитивный. Зойка, говори всем пока. Пока. Ну, а вы держите тоже себе хвост пистолетом. У всех все получится. Всем пока.